Научитесь завязывать шнурки. Плохие узлы. Заячьи уши. Бабий узел. Узел будет кривой. Хороший узел. Наложите правый шнурок поверх левого, затем проденьте снизу и крепко затяните. Сделайте петлю справа, оберните левый шнурок вокруг правой стороны петли и проденьте в узел. Ровно и аккуратно. Гораздо лучше. Господа, если понравилось видео, поставьте лайк. Это поможет распространить ролик.